Да у нас ребята как-никак загрузились, я смотрю. Вау, боже, неужели наконец-таки? После долгой задержки это состоялось. Так, наберем мы сейчас Донбассу. Пару минут. Ну что, здравствуй еще раз. Да-да-да, привет всем! Что, 1/4 нижнего брекета сегодняшнего фасткапа, назначена 19:00 по сету, стартует после трехчасовой задержки, как я понимаю, из-за игры в 1/8. Да, там что-то было невероятное, как я понимаю. Ребята просто забили все, что только можно на эту игру, и просто никому ничего не отписывали. Они вроде как играли 3 часа, а в итоге даже игры не состоялось, как я понимаю. Что-то такая информация прошла у нас. Неудача. Да, бывает, конечно. Жалко, что мы попали как раз-таки в эту самую неудачу. Вот, это дикая задержка. Но самое главное то, что игра у нас наконец-таки стартанула. Между командами Super Best Friends Int против команды Immortal. На данный момент команда Immortal имеет 986 ПТС всего. 6 игр закончились победой, 11 поражений и, что следовательно, 18 матчей в целом зарегистрировано еще на один фасткап. Собственно, это и будет как раз таки 18-й матч. Ну и против них команда Dire, если я не ошибаюсь, да? За сторону Dire, я просто сейчас немного в Альтаре. Да-да-да. Да. Именно команда Dire на данный момент 9 игр, 4 победы, 4 поражения и, опять-таки, регистрация на фасткап. Либо это, как я понимаю, протест в какой-либо из игр. Вот я не понимаю, вот ты мне можешь ответить, что это вот такое? Ну, знаешь, когда открываешь статистику StarLadder, ну, да. Там есть зелененький цвет — это победы, красненький цвет — это поражение, а по центру серенькое. Не определено. Вот да, вот я и не знаю, что это такое. То ли это регистрация на следующий кап, то ли это протесты в каких-то либо игр. Ладно, я даже не знаю, кого это узнать на самом деле. Но что-то вот такое вот есть небольшой недочет. Ладно, что ж, начинаем мы с вами смотреть игру. Здесь у нас уже полным ходом идет стадия пиков банов. Луна, Тренд Протектор первыми 2 ФП заезжает для команды Dire. Radiant отвечает Абадоном и Бристлбеком. Ну и в банах Лич Виномантер сейчас отвалится кто-то еще у команды Super Best Friends. Ну и Dead Prophet, Slark и Dazzle, что интересно, в бане. Бан Dazzle, каково тебе вот это наблюдать? Что-то знают. Да, возможно. Хотя сейчас Dazzle у нас все больше и больше, если я не ошибаюсь, начал практиковаться в профессиональной дотке. Как-то заметили этого героя, особенно его сумасшедшие сейвы, под которыми можно делать тэп-аут на лол хп. Да, это неприятный спелл. Когда ты просто бьешь одного героя в пятером, а он не умирает. Бывает же такое. Ну и на этот момент можно сказать про команду Immortal, что у них имеется Abaddon и Bristleback, которые достаточно неплохо стоят в сложной линии, то есть убить этих эту парочку практически невозможно. Да, сложновато будет, учитывая шилд Abaddon, да и Bristleback сам по себе плотный герой. Угу. Конечно, будет интересно посмотреть за тем, куда. А возможно, это Bristleback, фармящий в легкой, как вариант. Ну, что-то мне такого, кажется, не будет. Фаст вангвард и все, и топы ломать лица. Такое так. Тимбер залетает для команды СБФ. Сложная линия, как я понимаю. Возможно, сон. Нет, мне кажется, больше сложная линия. Трин Протектор. Такой себе герой, то есть до обновления был очень классным, когда у него там что, сколько там хила, я не помню, был. Но меньше там сейчас, где-то около 20 секунд, или 14 было секунд. Еще в 78-й, по-моему, доте. Когда еще габлак пикал его. Да-да-да, как раз когда тогда вот он и зашел, ну вот, в моду. Ну а сейчас Living Armor идет у нас 32 секунды на первом левеле. Это, то есть, полминуты протектор вообще не используется. Да и не очень. Ну, посмотрим его в действии. Возможно, в сложную пойдет. Хотя, есть Тимбер, то есть, такое. Да, много вопросов по поводу пика Тренд Протектора. Ну, посмотрим. Возможно, тоже парни что-то знают. Как я понимаю, у них в составе есть одна девушка. Майами Полис. Я даже не знаю, честно. Просто у нас в ломе происходила какая-то невероятная ересь, пока мы ожидали игру. Так что
Зарекаться мы ни за что не будем, но, возможно, это девушка, да. Я не... Кстати, мы не прошлись по составам команд, сейчас я их быстренько назову. Секси Алоэ, Майами Полиса, о которой уже заходила речь, Форево Виктори, Пепси и Зепстер, состав команды Дар, состав команды Супер Бест Фрэндс. Против них за сторону Radiant, команда Immortal, Deus, Рэнди Соса Мида. Что за никнеймы, я не понимаю. Гихином, Джаред и Зеван, состав команды Immortal. Что ж, посмотрим, как это все будет обстоять у нас. Ну, Immortal третьим пиком взяли себе Бэйна. Очень даже неплохо, скажем так. Герой, который залетает просто на каждую игру. И в каждой игре он может себя показать просто неплохо. Да, согласен. Один из лучших саппортов в Доте на данный момент, на мой взгляд. По-моему, это очевидно. Есть очень много дизейблов, такие как Финсгрип, собственно, со слипом. Также неплохой нюк Брейнснап. Ну и еще один дизейбл в виде инфибола. Также неплохо висит, особенно на таких героях, как Лайфстиллер или что-то подобное. Кстати, Лайфстиллера еще нигде нету. Но так как керри-герой есть у команды Super Best Friends, взятый на ФП, что интересно, это Луна, то я думаю, здесь Гулю мы вряд ли увидим, но, по крайней мере, от команды Дайра. А вот Radiant вполне себе могут взять этого персонажа. Могут взять, потому что они именно забанили Вайпера, который тоже... Да, который может унизить Гулю, да. Согласен. Ну и Бэйн у них в пике имеется, то есть тут... Лайфстиллер заезжает просто на ура. Да, возможно, мы также увидим Бэйн Патма, почему нет? Также вязательная связка Патмы у нас еще нигде не наблюдается. Поэтому и такой расклад возможен. Что ж, Vengeful Spirit, второй саппорт для команды Super Best Friends. С Трентом они будут ходить. Я вот не знаю, почему мало кто юзает связку Виномансер Трент Протектор. Если поставить эту связку из саппортов в даблу в сложную линию, если Виномантер на первом левеле попадет гелем своим, то Тренд Протектор там просто ничего не оставит со своим-то уроном с руки на первом левеле. Сколько там, 83 он бьет, да? От какого-то керри-героя, у которого 400 хп, который находится под 50% слоу-замедлением, который просто никуда не убежит, а в это время Тренд Протектор спокойненько ему лицо-то и разобьет. Почему нет? Вот я не знаю. Я один раз всего увидел эту связку и просто влюбился в нее. Да, хотел повторить это в пабе, но как-то все руки не доходят до нее. Ну а сейчас другие у нас тут, другая острота у друзей. Имеется Тренд Протектор, тот же самый, у которого 80 чем-то дэмэджа с руки, правильно? Так. Имеется Луна и Vengeful Spirit. Два героя две с аурами. Да-да-да, согласен вот, с тобой. Тоже там где-то соточка будет выдаваться. Две прекрасные ауры сейчас имеется. А если это трипла как раз-таки у нас будет стояться... то это будет вообще забей. Особенно если трипла пойдет. Ну, хотя трипла еще непонятно, куда отправится у нас. В принципе, есть один стан. Также, ну, бим в какой-то степени можно посчитать за станчик. Там, сколько, 0,5 стана все-таки есть, да? Если я не ошибаюсь. Около того. Это даже больше. А, 0,6. Естественно, боже. Непростительная ошибка, как я мог. Ну, 2 секунды. Ну и плюс там Тренд Протектор, если семечку посадит, как-никак, тоже замедление. Да. Можно будет зацепить, я думаю. Смотря как будет действовать герой, который будет стоять против них, либо соло, либо трипла. Сейчас посмотрим. Тем временем Никсасасин забирается в команду Immortal. Также второй саппорт на четвертый пик, взятый под Бэйна. Я думаю, там будет кидать постоянные импейлы. Ну, мне кажется, ну все-таки пойдет куда-то на мидл лейн. Или же в легкую линию против Тимбера. Да-да-да, возможно. Сейчас посмотрим, кто у нас будет забран ласт пиками. Пока же мы наблюдаем Патму в бане от команды Dire. И Инвокер у нас банится от Immortal. Ну так вот. Да, Патму боятся под Бэйна. Связка, конечно, очень сильная. Даже на первом левеле. И она бы сюда заезжала, честно. Тут бы стояла 2-1-2. Вот так вот стояли плинии. А почему бы нет? Было бы очень отлично. Да, тем более Абадон Бристл Бэкс и Вова Трипла ее никак не... Дабла, прошу прощения, ее никак не убить. Бэйн Патма также, если что, там Бэйн натворит делов. И Никс Ассасин Соло Мид был бы вообще шикарно, если бы как раз такой пик получился. Но Супер Бест Фрэндс забанили Патму, и этого героя мы больше не увидим. Дополнительное время-то. 10 секунд всего осталось. ДК в мид. Получается, что у нас будет трипла стояться, я так понимаю, все-таки в легкой линии?
Луна, Тренд Протектор, Венга, Тимберсоу займет место в сложной, и ДК отправится в мид. То есть я думаю, то, что именно так будут стоять лайнапы у этой команды. Ну и вот Immortal под большим вопросом. Будет ли это дабла из Абадона Бристлбека, либо это все-таки трипла какая-то с Абадоном, Бейном и еще кем-то из керри-героев в легкой линии. Мне кажется, сейчас последний пик именно решатся ребята из команды друзей. Best... Да, Super Best Friends. Как они будут играть? Мне кажется, все-таки трипла может пойти и в сложную линию, тем самым Тимбер отправит в легкую линию, ДК на мидлейне, понятное дело, будет стоять, да, один. Такое то тоже есть... возможно. Возможно, как раз-таки сейчас Super Best Friends и дожидаются ласт пика от команды Immortal, и уже, смотря на того, кого сейчас как раз-таки доберут себе в пул, команда Radiant как раз-таки расставит свои линии. Возможно, сейчас появится какой-то антимаг, ну, это я так просто из просто чего-то невероятного сейчас взял, но если там будет какой-то антимаг, то, естественно, трипла отправится в сложную линию, дабы унижать этого керри-персонажа. Тем более, такая трипла, я думаю, способна. Ну, это Магнус. Я что-то сейчас вообще не понял, что произошло на самом деле. Ну, Бристлбек будет исполняться в роли керри, как я понимаю. Ну, да, получается. Нукс в сложную пойдет, Магнус на мидлейн. Либо они свапнутся, Никс с Магнусом. Ну, или да. Как-то так, ну... Не знаю. Да, учудили, Immortal. Ну, этот Абадон сейчас будет просто мешать команде Дайр. Вообще нереально просто. Ну, Абадон в любой игре он мешается, если он не у тебя. Да-да. В пике, это, конечно, есть. Рэнди за соса мида играет на Бристлбеге, закупился сразу Стоуншилдок. Ну, собственно, по дефолту отправится он сейчас, посмотрим, куда. Не удивлюсь, если пойдет также в легкую. Деус занимает Магнуса. На Никсе у нас будет играть Джеред. Гехеном Бейн. Зеван будет играть на Абадоне. Ну и, собственно, посмотрим, куда сейчас эти ребята у нас отправятся. Команда Дайр, команда против них. Майами Полис играет на Тренд Протекторе. Пепси занимает Вингу, два саппорта команды. Зепстер играет на Тимберсоу. Вопрос только, куда он тоже пойдет. Тимберсоу, видим, сложную. Форео Виктори, ДК, также в мидл лейн. Ну и фармить здесь будет Луна в легкой все-таки линии с Экси Алоэ. Вот так вот расставлены линии. Ну и как тебе? Да вот я смотрю, как разбегаются ребята у нас. Что-то я совсем не могу понять. Но все-таки друзья решили не рисковать, встать в нормальные линии. То есть трипла сверху, на мидлейне у нас ДК, ну и сложная пойдет у нас, как видим, Тимбер. То есть без риска, без всякого этого вот пойдут. Ну а от команды Immortal что-то я совсем не могу понять, кто куда да, идет. Да, я тоже сейчас. Они, наверное, сами еще не могут понять. Как бы да. Никс что-то вообще не знает, куда идти, что делать. Боже, куда я попал. Это Никс фармящий? По-моему, Абадон фармящий. Да, Абадон будет фармящий у нас. Ring of Protection? Интересно. Посмотрим, посмотрим. Но я бы здесь все-таки предпочтение отдал Никсу, на самом деле, на линии. Абадон фармящий — это такое себе дело. А Никс, возможно, если выйдет фаст догон, то, возможно, хоть что-то сделает. Там, я не знаю, если догон будет макситься. Хотя это тоже такое себе смутное решение. Да ладно, посмотрим. Завардили здесь ребята. Завардили, собственно, спот на верхней руне. Буду следить именно за этим спотом. Так, Бристлбек у нас стоит против триплы от команды Dire. Трипла у нас, собственно, исполняет Винга, Луна и Тренд Протектор, который останется в лесу, я думаю. Там либо... внизу проблемы у Зепстера уже. Ой, импейл мимо. Да, неприятно. Кстати, все-таки да, Бейн сместился у нас вниз, и трипла здесь будет стояться против Тимберсоу. Что ж, посмотрим. Ну, Тимберсоу здесь, кстати, быкует очень сильно Тимберсоу. А Фотик Шилд вешает на себя Абадон. Думал то, что Тимберсоу будет его избивать. На самом деле, ничего такого не произошло. Да, это Абадон фармящий, ты был прав. Все-таки Абадону отдали предпочтение здесь. Ну, увидим, как Абадон себя здесь проявит. На керри все-таки я не любитель смотреть на Абадона фармящего. Это, на мой взгляд, это просто что-то из разряда... Там, наверное, через арблет пойдет он, потом я даже не знаю, что будет собирать. Посмотрим. Это вангард. Может быть, опыт с тобой получим какой-нибудь.
ребята, может быть, удивят. Вот знаешь, вот эту в триплу команду, команде Дайр не хватает места Трента какого-то бестмастера с пассивкой на увеличение атак спида. Тогда бы это вообще было забей, когда три героя с пассивками стоят и просто месят тебя. Там 56 плюс 14 сейчас у Луны, учитывая то, что Винга далеко. А Винга еще не через пассивку пошла, ну да ладно. Да, там с пассивкой будет вообще у Луны она по 70 будет отрывать. Не знаю, как здесь Бристлбэк вытащит ли этот дэмэдж на ранних левлах. Пассивка там взята, в принципе, у Бристлбэка на единичку хотя бы, это уже радует. С Бима здесь расхорашивает Луну потихонечку Бристлбэка, теряет он половину хп, но фласка танга все имеется, поэтому здесь, я думаю, без проблем продолжит стоять. У нас Бристлбэк на линии, поднимает третий левел, крипы под башней, все хорошо. Там от пули сейчас так, крипов. Так, внизу проблема опять у Тимбера. Импейл он попадает на этот раз. Ай-яй-яй. И, скорее всего, это ФБ, да. Не сосать через Карапаса, что ли? По-моему, да. По-моему, да, через Карапаса забирает Никс Ассасин Тимберсу. Пытался Тимберсу как-то уйти с помощью Тимберчейна, но, видим, не получилось у него это сделать. Так, я сейчас звук немножко подкручу, потому что у меня со звуком проблемы именно в доте. Но я думал, так будет нормально. Так, что у нас в миде? В миде, кстати, ДК очень сильно пробитый. С Дедена, возможно, быканул, и быканул слишком сильно. Магнус левел 4, есть там уже Шоквейв на двойку взятый. Да, ДК здесь, конечно, разминает потихонечку. Приходится отпивать ему ботл. В ботле еще один заряд. Возможно, придется обузить курьера. Но пока с ДД ДК может себе позволить многое. У Магнуса, если что, есть скьювер, если что, он уедет. Поэтому, я думаю, Магнусу здесь мало что угрожает. Но пока что саппорты не вышли еще на линию к Магнусу. Кстати, ганг в мид пора бы уже устроить какой-нибудь с одной стороны. Я не знаю, тот же Бейн пусть выйдет. Ну, Бейн Никс Ассасин, я думаю, здесь способны убить быстрее ДК, чем Винга с Трентом. Так, вот, ну, выход на Бристлбэка. Скивер есть, поэтому... Минус армор дали Бристлбэку, также станчик он ловит, правда ловит спину, но здесь потихонечку уже Трептатекер подходит, там 82 плюс 22 у него дэмэджа. Сотка на втором левеле, ну вот вообще. Да. Изи. Изи, вот действительно. Ладно, хоть Бристлбэк против них стоит, хоть что-то может противопоставить по типу своей спины. Ладно, 1-1 у нас тем временем на 4-й минуте игры. В принципе, неплохо пока что идут ребята. Все фармят, все пытаются добиться преимущества на своей линии. Так, Зепстер снова получает крипов под башню. Поднимает он потихонечку левел. Уже левел 5 имеет Тимберсу. С получением 6-го, я думаю, там какие-нибудь бейны будут потихонечку падать. Правда, бейн скоро получит 4-й левел. Также уже по левелу-то он серьезный такой саппорт. Получается Сенч Маск, Ринг Фриген. Да-да-да, вабанк пошел, ну и Сол Ринг у него уже появляется рецептик. Да, совсем скоро появится колечко, как только Сол Ринг у нас рецептик на него довезется. Так, дабл от полуса сделали саппорт команды Дайр. Умеют парни играть, это видно. Здесь еще и дабл стак. Ой-ой-ой. Серьезно. Майами Полис пошел, я даже не знаю, как называть правильно, фармить, собственно, этих крипов. Ну да, там 91 плюс 10 дэмэджа, слапы. Почему бы и нет? Действительно, залосить крипа, я думаю, большого труда не составит. Так, 6-й левел Магнус. Есть РП. Есть РП, есть 500 голды. Правда, я думаю, это будет фастдагер, понятное дело, Магнус выйдет именно в этот артефакт. Нужно пробузить ему сейчас бутылку. Курица там летает. Соуринг относил, как я понимаю, бойну. Да, Соуринг. А, нет. Лол. Кстати, у Никс Ассасина есть смоки. Ожидаем выхода в мид. В скором времени. Ну, талисман еще купил себе. На будущее, наверное, на догон, как я понимаю. Да, скорее всего. Это выход как раз-таки в догон. У нас будет демонстрироваться от Никса. Так, смотрим на саппортов команды Дайр. В лесу они что-то затеяли. Сейчас, наверное, дожидаются своего Магнуса, свою цель. Так, выход здесь за руны регенерации. Должен станчик сейчас поймать какой-то. Боже, еще почти завез! Семечку посадили здесь в Магнуса, еще и дали станчик, но это еще один фраг. На этот раз Трендпротектор забирает. Себе 9 крипов Трендпротектор имеет. Ну, блин, это вообще шикарный результат для Трента. Это как я картинку видел
когда Тренд Протектор ест с помощью тангуса дерева и подписано К каннибализм. Так, тут вход на Бристлбека. Хотя Бристлбек вроде бы Бристлбек видит. Парень, да, парень что-то знает здесь, походу. Кстати, оцени вот этот вот, вот это вот. Ну вот, я да-да-да, вижу, вижу. Китайский такой вардецкий. Интересный. Я его первый раз на самом деле вижу, но ты Китай тогда насмотрелся, я помню. Ох, это да. Это да, это было. Слушай, на Бристлбека все-таки выходит, семечку не стали сажать, ну, потому что маны нету. Просто побили Бристлбека. И отпустили его. Так, Тимберсул, левел 7. Левел 7, правда, не было никаких врывов еще от Тимберсул. Не видели мы ни одного прихода на помощь к своим тиммейтам. Правда, и тиммейты о нем забыли. Но пока что левел выносит Тимберсул, и ему здесь вполне себе приятно стоять. Один раз его все-таки убили, точнее, он убился сам об карапасе Никс-Ассасина. Ну, как говорится, дело случая. Все-таки отдал ФБ. Крайне неприятно это было наблюдать. Зеван получает снова крипов под тавр. Есть фейзы у Абадона, также Орбов Веном имеется. И через пассивочку Абадон у нас отправился. Я вот первый раз, на самом деле, вижу как раз-таки керри Абадона. Мне очень интересно посмотреть на его раскачку. Ну, ситуация у него очень печальная, так как у него 28 крипов, у той же Луны, как видим, 50 крипов. Да, на 8-й минуте 50 крипов по такой двойное игре. Преимущество. Шикарный результат, на мой взгляд. Так, что у нас происходит на миде? На миде Фаровый Виктори находит руну иллюзии. Да, иллюзия — это самая полезная руна, понятное дело. Везет, как говорится. Я думаю, возможно, как-то сейчас задавить можно ДК за тир-1 вышку на топ-линии. Вот сюда. И с помощью саппортов как-то забрать Бристлбэг. Я думаю, там дэмджа хватит. Луну там какой левел, простите, имеет? Луну левел 7, практически 8 уже вынесла. Есть уже Эклипс. Эклипс, правда, на единичку. Но я думаю, дэмджа там хватит, чтобы пробить Бристлбэг. И Бристлбэг еще не такой толстый. Левел 5. Нет, у него ультимейта. Я думаю, как раз-таки этот бы выход сейчас на топ многое решил. Так, Тимбер, проблема у Тимбера. Тимбер. Оп, эскейп срабатывает, и Зептер, скорее всего, уйдет. Отсюда нету там, там нету сейчас маноберна, еще тычка, но все-таки Абадон поймал его. И, собственно, с помощью пассивки, не зря он покупал его в вином, также не зря качал Авернус. Ну и делает минус еще один на Тимберсу. Да, Тимберсу в конце-то концов терпит, два фрага он уже отдал на себе, и отдал Абадону, как я понимаю, один, и один Никс-Ассасин, да, все верно. Так, что у нас происходит в миде? Продолжаем смотреть. В миде у нас ДК 45 на 10, крипстат, в принципе, отличный, 35 на 5 отвечает Магнус. Ну, за ДК остался мид, все-таки это можно уже констатировать спустя 9 минут. Выформил Фаровый Виктори чуть побольше, чем Магнус. У Магнуса 913 голды и еще очень-очень далеко. Так, да. Поймали здесь Луну сверху, повесили инфибл и начался заплев от Бристлбэга. Просто паут, хорош. Луна шарит. Ну, правда, там ультимейт был отличный от Луны. В никуда. Но... Да? Здесь еще и ультимейт был? Да. Пропустили мы этот момент с ребятами на стриме. Ну, всякое бывает. Да, Эклипс был вкастован, как мы с вами видим. Такое себе дело. Что ж, 10-я минута, можно открыть графики, посмотреть, что по ним. Там по XP преимущество в 1000 у команды SBF. По голде там преимущество около 1700, также за этой командой. Ну, я не скажу то, что сейчас чувствуется какое-то, даже не знаю, преимущество, что ли. Такого нету на самом деле, пока что команды идут слишком ровно. Ой-ой-ой, здесь Тренд Протектор с дабл дэмэджем. 101 плюс 101. Это пятый левел Трента. Господи, ну давай, иди ломай лица. Я хочу увидеть, всегда мечтал увидеть Тренд Протектора, собирающегося в керри. Там, я не знаю, Fast Radiance, какая-то кираса, возможно, Майлшторм на увеличение атак спида за счет Гиперстоуна. И все. БКБ, я думаю, такому пацану лишнее будет. Так, ловит здесь станчик, кстати, Бейн. Просто половина хп, последняя тычка. Бейн в таверне. Хорош, поймали. Отлично. Так, ну и что получается? Бейна у нас не будет 13 секунд, может, в принципе, пойти подпушить. Здесь башенка 716 хп, а не фолловая. Так что можно и постараться как-то поднапрячь. Правда, крипы у нас упали очень быстро. Там Бристлбэк заплевывает постоянно, постоянные шоквейвы от Магнуса летят. Да, крайне приятно. Кстати, Тренд Протектор уже готов врываться. Сейчас Никс-Ассасин прилетел уже с Вендеттой.
Что левел? Никс Ассасин вынес, сейчас можно поймать кого-то, возможно, подцепить, либо убегающего, либо наоборот. Но, правда, Вендетта сейчас закончилась, и выход Никс Ассасин закончился ничем. Возможно, надо было сейчас с Рэдиантом инициировать. Как раз-таки за счет Вендетты. Тем временем, Абадон. Левел 7, в скором времени появится 8. Также рецепт на барабаны уже летят, потому что есть брасер, есть роуп. Так, ну и против него Тимбер, также левел 8, точнее уже 8,5. Есть Аркан Бутс, также Стоун Шилл, чтобы его не пробивали. Ну, я думаю, здесь у Тимберсов все, в принципе, неплохо идет, учитывая то, что он погибал дважды. Аркан Бутсы есть, и я думаю, Тимберс счастлив. Также по левелу себе не отказывает, по крайней мере, не уступил. Восьмой левел вынес. Ну и довольный. Начинает фармить крипов. Так, что ж, у нас здесь Смолганг в своем лесу от команды Radiant. Сейчас куда они отправятся, посмотрим. Возможно, убивать опять-таки этого Тимбер. Тимбер Соу Вендетта имеется. У Никса откатилась. Я думаю, здесь без ультимейта Бэйна справятся ребята. Также Магнус здесь еще имеется. Но Магнус это дело такое. Все-таки Магнус нужно сохранять свой ультимейт. И ребята просто разворачиваются и решают выйти на кого-то другого в мид, потому что в миде у нас сейчас сшиваются двое игроков команды Dire в виде Трента и ДК. Оба героя очень плотные. Также плюс Ливен Армор нельзя не учитывать от Трента. И сейчас Смоук упал. Не знаю, Никса Ассасина видели или нет. По-моему, видели. Да, Никса находит в Виндете, и семечку у него посадили, закарпассировал Никса Ассасина, понятное дело. Ну, дэмэджа здесь хватит, чтобы отправить его в таверну. Четвертый фраг для команды СБФ. И можно, наверное, пойти подпушить сейчас как раз-таки мидл лейн. Да, там есть Магнус. Вместе главное не стоять сейчас. Венги только что не было маны на стан. Так, слип кинули на ДК. Венга просто сейф царский. Так, что у нас сверху происходит? Луна левел 9 добивает тавер, ласт хит в ее пользу. Отличненько. Плюс 200 голды упал. 1700 на руках у Луны. Это фаст БКБ, Мифрилхаммер имеется. Сейчас появится Огр Клаб. Я думаю, и там до... так, у нас все время в миде началась драка. Последняя тысячка от ДК отправляет Бэйна снова в таверну. Также Бристабэк неподалеку. Сейф ТП. Можно на развороте сейчас постараться сделать минус на Абадоне, но Абадон с ультимейтом, поэтому так просто его здесь не убить. Что, 6 фрагов сделано от команды СБФ, всего двумя отвечает EML пока что на данный момент. 14 минут в игре прошло. Луна занимается своим делом, фармит крипов, топовый крипстат на карте 8.26. Да, об Луне лучше не забывать, на самом деле уже 2000 она нафармила, отправляется на другую линию. Здесь немножко линия подпушена, поэтому можно будет забрать пару крипов, также пронести тавер. И сейф ТП сразу от команды Radiant делается на бот-линию в виде Бэйна. Ну, там сейчас еще кто-то подойдет, я в этом уверен, чтобы как-то попробовать Луну подцепить. Бэйн дожидается свою жертву, но Луна отошла подальше, да? БКБ уже имеется, 14 минут, в принципе, не так плохо. Ей бы сейчас еще доминатор какой-то заиметь, задоминировать пару крипов и пойти фармить просто древних. Вынести оттуда 1К, чтобы как-то, я не знаю, быструю Яшу собрать. Или что-то подобное. И уже с Яшей, там, с Мантой, или что там выберет Луна, постараться ворваться в драку под БКБ, сделать пару минусов, ну и получить за это дополнительную голду, следствие из этого выигрыш в игре. Ну, это я прям в идеале сейчас все рассказал, как должно быть у команды Дайр. На самом деле все по-другому. На данный момент, по крайней мере. Что ж, Бристлбэк отправляется наверх. У нас заварушка в миде сейчас начнется. Да, ловит здесь Виктор, и будет ли РП? РП должно сейчас даваться от Магнуса. Вот сейчас РП, надо залетать в троих, но без данного итема под названием Дайвер ничего толком Магнус и сделать не может. Никса там сбрили. БКБ пришлось ждать Луни. Луна уходит отсюда на очень битая, правда. Кстати, можно фокусить Абадона. Абадон отправляется в таверну. Под БКБ Луна не чувствует сейчас шоквейва. Можно еще и Бэйна постараться поймать. ДК делать минус на Абадоне, да. Это я говорил. Я думал, там еще кого-то подцепили, на самом деле нет. Но, правда, погоня за Бэйном. Получает он стан, и Бэйн также погибает. Метаносим уже ДК. Ну, с ДД, конечно, там ДК наваливал знатно. Так, Майами Полис пошла или пошел до конца, мы так до сих пор и не решили. Тир-1 вышка по миду просела, и Тимберсов врывается на Магнуса. Крапа здесь прошли, крапасы прошли просто в никуда, и сразу же пошла инициация от команды Дарникс. Ассасин развалился.
урну повесили на Магнусу, но я думаю, он здесь не погибнет. Все-таки хватит ему, а он еще стики прожал. Ну и, естественно, выживет. Можно еще шоквейвом покидаться, все правильно, там на ману как-то производить. Бристлбэк вкачивает наконец-таки сопли, заплевывает всех и вся. Просто по одному стаку висит на тренте и на ДК. 94-27. Крипстат пока что топовый сохраняется у Луны. Она продолжает фармить. Сейчас, возможно, Блейд у Фалакрити какой-то появится. Ну и выход в Яшу будет демонстрироваться от Секси Алоэ. Посмотрим, как здесь будет. 17 минут этим временем в игре. 7,5 по графикам уже. Да, график там стремительно уходит вниз. Ну, плюс команде. Ошиблись Immortals перед Т1 Тауэром. Когда это была заварочка на мидлейне. Поэтому вот они вот да, поэтому пострадали жестко. И 2-10 уже незаметно случилось это после, собственно, этой драки. И сейчас ребята из команды Дайра просто выходят пушить тир-1 вышку по боту стоящую. Последний тир-1 вышку у команды Radiant. Не знаю, будут ли ее дефить или нет, или просто забьют. Много сейчас вариаций есть у этой команды. Посмотрим, что они решат. Так, за соточку уже Крипстат перевалил Луны. Фармит она очень быстро. Там Гойвы уже на двойку взяты. Вангвард тем временем у Бристлбека появляется. 17 минута, не по таймингу. Не по таймингу это все делается. Поэтому сейчас, я думаю, Вангвард это не будет спасать от той же Луны, которая уже наваливает неплохо. 89 плюс 60 за счет пассивки, которая даже не замакшена, еще учитывая наличие винги в пике. Да, это будет, конечно, серьезно. Ну, Бристлбек вообще 8 левел. Начнем с этого. То есть там... Да, там еще даже сапог не грейженный, точнее тапок на данный момент. Поэтому Бристлбэк, конечно, терпелся на своей линии, не давали ему крипов. Но по левелу-то он не должен был уступать. Погибал один раз всего, видим, но сказалось это на его самочувствии. Ну и в итоге имеем, что есть. 9 левел сейчас вынесется после убийства одного крипа. Тимберсул пошел танчить крипов, понятное дело. Здесь тем временем винга с ДК. Катой и рейнджовым крипом проносит потихонечку башенку. Вот это уже первая тир-2 в кармашек к СБФ. Да. И уже 10 тысяч по голде лидируют ребята из команды. Графики растут очень быстро. За счет Луны, которая фармит все. Ну, да. Так, топ-аут отсюда Зеван делает, чтобы не встрять, если что, под какой-то там бим неприятно от Луны. Так-то Луна его в соло-то сейчас не разберет. Я думаю, Абадон все-таки убьет здесь Луну, если брать именно драку 1-1 в данный момент. Если, конечно, Луна прожмет БКБ, то это да, понятное дело, она его, скорее всего, убьет. Ну, БКБ там один раз, он все-таки БКБ было изюзано, 9 секунд еще осталось. БКБ, в принципе, да, подраться еще несколько раз Луна сможет знатно. Трен Протектор будет стакать сейчас древних, понимает Луну то, что, учитывая свой второй спел, свои глэйвы, нужно это использовать, как-то фармить древних, за которых можно получить очень много денег. Правда, Трен Протектор сейчас немного провтыкал, не знаю, получится ли у него отвод. Должен получиться, на самом деле. Получается, он отвел на 55-й. Да, отвод получился. Левел 8 Трен Протектор, став у Визарди имеет. Возможно, это форстав какой-нибудь. Да, я думаю, тоже фростав будет. Правда, от кого? Возможно, от МПЛов спасаться, или чтобы самому вырываться с корнями в драку неожиданно. Что, заход на Рошана будет сейчас демонстрироваться от дайеров? Да, именно здесь. Команда 5 собралась, почему бы и нет, с двумя своими пассивками. Также кролик прилетел сюда. Приносит центрики. Сейчас тренд пройдет. Посмотрит на вардишки, есть ли здесь что. У команды Radiant. Рошан тем временем уже потерял половину хп. Трента здесь видели или нет, не знаю, но вроде как помигали на него, помигал Магнус. Посмотрим. Кстати, вот сейчас, если пройтись по карте, можно посмотреть, как стоят варды у команды Дайр. Вот заметьте вот этот вот. Очень интересно. Ну да. То есть вижены сейчас у этой команды просто колоссальное количество, а как мы знаем, вижен это одно из самых главных в доте. Если ты шестислотовый керри, но ты без вижена, на тебя просто нападают в пятером, и от тебя не остается ничего. Так что, такое дело. Но учитывая то, что здесь и Луна уже как-никак подфармлена, есть базилка. Базилка, естественно, включена для того, чтобы крипы были посильнее, чтобы пушилось побыстрее.
линия. Можно заходить сейчас на тир 2 по миду, юзается драконья форма. Ну и я думаю, здесь эту вышку дефить не будет, если сейчас, конечно, не ворвется какой-то Магнус. У Магнуса нету сейчас даггера до сих пор. В слип тем временем кидают ДК. Абадон без ультимейта. Ну сейчас не будет никаких врывов. Так, там протектор на себя переогрел слип. Можно заходить на тир 3. Есть Аегис, почему бы и нет. Доминатор там собрал Луну тем временем. Кстати, а где Аегис? А, у ДК Аегис. Пропустил этот момент, думал, Луне отдали. Но Луна для своей 21 минуты, можно сказать, шестислотовая. Есть, ТП, есть ванды. Как без них-то? Так, ДК в инвизе стоит. Можно ловить сейчас Никса. Никс получает моментальный стан. Бим, очень неприятно. Второй стан от Винги. Отправляется в таверну. Снова в слеп кинули ДК. Но ДК здесь постоит, естественно. Может еще дальше идти. Тычка. Неплохо там бы сейчас лицо бы, ну, оторвало. Пытается здесь что-то сделать Бристлбек, пытается как-то откидываться, получает тут же стан моментально, но он повернут сейчас спиной, поэтому может вытанковать много дэмэджа, а потом приостанавливает игру вовремя. Но сейчас Магнус будет рваться, 100%, у него даггер есть. А есть даггер, да-да-да. Да. Сейчас мы... И отлично просто ситуация для этого. Сейчас мы что-то увидим, именно поэтому тактикал пауз сейчас стоит. Ребята решают, что в кого кастовать. Лаги, ну конечно. Так, ну что, 22-я минута, 23-я минута, точнее, прошу прощения, заход на Рошана. Заход на Рошана и в последующем тир 3. Не слишком ли рано? Да, преимущество есть. Сука там, 15 тысяч по голде, 10 тысяч по XP, это достаточно. Я вот сейчас думаю, если даже будет РП в пятерых, а что дальше? Там четверых, потом идет, да, скьювер четверо, да. Под Т4 где-то, ну и там, не знаю... Думаю, что-то получится? Знаю, я не знаю, думаю, знаю, то, что там дэмэджа хватит. Смотри, очень битый Бейн, если он подставится, он, естественно, погибнет. Абадон там может хоть что-то сделать. Да, у него ультимейт откатился, плюс армлет имеется, также барабаны, если что, прожмет. Бристлбека сейчас минуснут, я думаю, если Магнус вот именно в этот момент сейчас не ворвется. Не отпустит Бристлбека. Я так понимаю, парни украинцы, да? Да. Понятно. Нельзя забывать о наличии тренд-протектора, который может дать корни за место РП. Вот так, да, вот он просто стоит подальше. Да-да-да, специально, чтобы, если что, задизейблить всех остальных из команды Radiant. Вот так вот. То есть это дизейбл на дизейбл. Ответочка такая будет сейчас, если она последует. Нужно. Давайте. Увидим сейчас, что будет. Итак, Магнус, одна секунда до врыва или нет? Он просто дает им пауэр, понимаешь? Лол. Он просто дает им пауэр, и на этом все заканчивается. Господи. Ну что, Магнус, давай хотя бы в одного. Нет? Ладно, можно пооткидываться еще. Шоквейвами там тем временем тир-3 просил, и ребята... Ой-ой-ой, РП, по двоим, нормально. Но здесь корни моментальные, также стан поймал Магнус, и я думаю, Магнус все-таки увез двоих, также получил бриспайр тут же в лицо. Много дэмэджа, тут же минус 2, сейчас Абадон, последний выживший сейчас из всех тех, кто находился в данной драке, также получает стан, там Аегис выбили, конечно, размен получился 4 в 1, как-никак, и еще и Луна добивает Бэйна, good game. Отличная игра от команды SBF, просто супер они все сделали. Да, согласен. Отошли после Т3, и потом этот врыв Магнуса просто в никуда заехал. Все как надо, я тоже так считаю. Поэтому просто похвала этим ребятам. Что ж, они играют в финале против румынов. А финал у нас прямо сейчас будет стартовать. Я думаю, без каких-либо задержек мы прямо на него ворвемся. Там лобби вроде как создан. Я надеюсь, они доиграли Ability Draft. Вот. Ну и, собственно, позвоню тебе совсем-совсем скоро. Давай. Так, ну а мы с вами, опять-таки, трехминутная пауза. И врываемся с вами на next катку. Почему бы и нет. Да, это финал фасткапа на 19.00 по Цету. Не расходитесь, ребят.